сейчас 5 октября. Посмотрите, вот где я стою. Ой-ой-ой, какой бардак, извините за выражение, да? Вот посмотрите, что сейчас у нас делается здесь. Вот я хочу убрать вот эти высокие грядочки. Я уже говорила, они у нас нерентабельны, потому что очень жарко у нас, очень жарко. И земля у нас, друзья, просыхает до полуметра. Ну и представьте еще и высоту грядки. Ну, сами понимаете, да? Поэтому все высокие грядки я убираю у себя с огорода. Они нам просто не нужны. Вот сейчас я все здесь уберу. Все эти растения уберу. Уберу эти грядочки. Вот здесь, друзья, я планирую поставить бочку, в которой буду жечь все растения, которые нельзя заложить в компост. Это такие, как томатная ботва, виноградная лоза, потому что она, естественно, больная. Ну, и, может быть, такие крупные ветки, которые вот я хочу с вишни там, ветки убрать, они очень крупные. Конечно, их заложить ну, просто невозможно. Ну, а все остальное будет залаживаться в компостную кучу. Так что, вот смотрите, друзья, как у меня сейчас. Что происходит здесь, да? И что будет потом? Ну, я вот сейчас сделаю фотографию, чтобы это было, ну, как бы ясно видно, какая работа проведена. Итак, друзья, я приступаю к работе. Прохладно на улице, но самое то, что нужно работать. Для работы это, ну, просто шикарно. А потом покажу вам, что я успела сделать. Друзья, ну вот, посмотрите, что у меня пока получилось. Я еще не все, конечно, сделала. Я почему отвлеклась? Я сейчас стою над персиками, возле, простите, персиков. И мне хочется показать, что же я с ними сделаю. Но прежде всего, друзья, я хочу сказать, сегодня день учителя. Я поздравляю всех учителей с этим праздником. Желаю им счастья, здоровья, желаю терпения. И, конечно же, быть хорошим учителем. Итак, друзья, я хочу поговорить о персиках. Что я с ними сейчас делаю? Вот хочу показать. Вы уже видели начало моей работы. Что было? Здесь были дебри амазонки, скажем так. Ну, как видите, я орехи обрезала. Посмотрите, чтобы на уровне глаз моих, как говорится, веток не было, а были выше, потому что орех вообще это такое дерево, которое вырастает огромным, очень огромным, скажем так, и он, конечно же, все заполонит своими ветками, и все. Но дело в том, что орехи растут высоко и могут давать плоды, которые падают, и не нужно их рвать, как говорится, они сами упадут. Тем более в своем собственном саду. Что же касается персиков, друзья, нам, конечно, нежелательно, чтобы персики были высокие, но и в то же время нам нежелательно, чтобы они закрывали нам участок. Вот, свет закрывали. У меня было очень густо в саду, друзья, мало света. Вот посмотрите, я убрала лишние ветки, вот посмотрите, обрезала. Видите? Вот некоторые скажут, пеньки пооставляла, да? Ну и бог с ними, с пеньками. Господи, они подсохнут, потом отпадут сами. Значит, нужно что сделать? Убрать лишние веточки сухие. Посмотрите, вот тут, видите, вот сухая веточка. Вот. Их просто надо обрезать, эти сухие ветки. А хорошие веточки обрезать до живого, если есть. Вот посмотрите, видите веточку? Наполовину сухая, наполовину такая. Вот ее обрезать до живой. Может быть, ее придется весной даже и убрать полностью. Но сейчас, пока на данном этапе, я вот такие веточки, которые сухие, ну, пообрезала, скажем так. Рядом у меня стоит еще один персик. Ну, у меня их тут много, друзья. Посмотрите, вот то же самое я проделала. Убрала лишние побеги, потому что загущающий куст. Один молодой я оставила. Почему? Потому что у меня эти два ствола уже совсем старые. Кто его знает, дадут ли они на следующий год урожай или не дадут, могут погибнуть совсем, а у меня не будет замещения. Поэтому я вот оставила молодой, один единственный побег. Причем побег этот должен смотреть к моему огороду, а не к соседскому. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, не всем соседям нравится, когда у них идет затемнение участка. К тому
же у них тоже, вот видите, сидят, растут саженцы, которым, можно сказать, будут мешать мои деревья. Поэтому я, у меня расстояние до соседа, до забора, как раз получается 1,5, ну, наверное, 2 метра, вот примерно так. Вот, примерно так, наверное. Ну, что дальше, друзья, хочу сказать, что вот над этим персиком. Вот эти персики, как видите, я оставила 2 ствола только у них. Вот, и остальное все вырезала. И ветки к соседу тоже повырезала. Все это потом надо будет смазать обязательно садовым варом. Что дальше, друзья? Вот у меня тут рядом еще один персик. Вот этот персик, надо сказать, только в этом году хорошо-хорошо разросся. Посмотрите, у него такие хорошие свежие ветки. Даже почти нет сухих. Сухие ветки, какие были, я удалила. Посмотрите, и вот оставила вот такую вот густоту стояния, скажем так. Значит, что я хочу сказать. В этом году этот персик почти не плодоносил. Тут было совсем мало у него персиков. Вот, вот смотрите, вот обратите внимание. Вот побег, посмотрите. Вот, вот, поглядите. Вот видите, сухой побег. Вот его нужно обрезать до живого. Как раз до развилочки получается. Надо хорошо показать. А то некоторые лица говорят, что я плохо показываю. Вот смотрите, друзья. Вот, обратите внимание. Вот он, сухой побег, видите? Вот она развилочка, и дальше идет хороший побег. Вот он, молодой. Поэтому этот сухой побег я обрезаю до развилочки. Вот таким образом. Все, я срезала. Посмотрите, что осталось у нас. У нас остались молодые веточки. Так, пускай. Персик, скажем так, тоже не сильно-то любит загущение. Но дело в том, что у нас впереди зима. И могут многие ветки попросту вымерзнуть. Поэтому пока что я не буду на этом персике больше ничего обрезать. Пусть остается так, как есть. Единственное, друзья, что я сделала, я убрала ветки, которые лежат к рядом стоящему персику. Почему? Ну, во-первых, чтобы они не мешали. Весной я вот эти длинные ветки укорочу обязательно, чтобы не касались они другого персика. Вот давайте на этом персике я вам покажу. Вот посмотрите, друзья, вот ветка у меня совсем засохла. Видите, вот это вот. Вот ствол совсем сухой. Я, конечно же, его уберу весь. Но тут посмотрите. Оказывается, у него вот... До каких пор? Вот тут вот веточка идет совершенно здоровая, понимаете? И вот ее бы можно было и оставить, но смысла нет. Почему? Потому что кто его знает, если он начал уже, вот видите, внизу у него сухие ветки, если он уже начал пропадать, то он, скорее всего, погибнет этот ствол, и, естественно, погибнет эта веточка. Поэтому я считаю, самое простое, что я могу сделать, я его могу просто спилить и дать возможность расти вот этой молодой, хорошей ветке. Итак, друзья, что же я сделаю с этим, с этой веткой? Я, конечно же, обрежу эту ветку полностью. Причем даже не саму ветку, а весь ствол. Посмотрите, вот развилочка у него, да, но и этот ствол рядом стоящий тоже начал пропадать. Итак, друзья, я срезала еще. Но, к сожалению, поломался он там. Вот. Ну, ничего страшного, все равно этот пенек засохнет и отпадет. Ну, это будет через 2 года. Единственное, что, конечно, надо будет его подровнять. Но сегодня я уже, на сегодня я заканчиваю работу. Уже устала. Вот, посмотрите, что у меня получилось. Этот я, конечно, подровняю пенек, факт. Просто неудобно мне это делать сейчас. Так, друзья, вот что у меня осталось. Вот у меня осталось 4 крепенькие, здоровенькие веточки, как видите. Посмотрите. Вот 1, 2, 3, 4. Совершенно новые ветки, но они готовы к плодоношению. У них есть плодовые почки. Вот, и очень хорошие молодые веточки. Кто его знает, конечно, какая будет зима. Ну, как правило, зимой не подмерзают у нас персики. Подмерзают весной, когда начинают уже вегетировать, и вдруг
заморозки. И тут, конечно, их морозом и бьет. Ну вот, друзья, сколько работы сделано на сегодня. Обратите внимание. Сейчас я вам покажу. Вот пройду, посмотрите, сколько я тут поубирала, повырезала. Вот, посмотрите, здесь. Посмотрите, как стало светло. Вот, раскидала одну грядку я. Теперь осталось раскидать другую. Вот этот участочек у меня не будет скапываться пока, потому что мне нужно пожечь ветки. Ну, какие переработаются ветки, какие пожгутся. Вот осталось раскидать вот этот участочек земли. Вот, друзья, как стало теперь у меня, обратите внимание. Ну, это вот, видите, куча какая веток. Вот, пожалуйста, сколько работы сделано сегодня. Завтра я доделаю вот эту часть и покажу, как станет у меня после того, как я сделаю уборку на этом участке. Вот так, друзья, вот это вот получается хороший сад. Еще мне нужно будет попросить мужчин вырезать абрикос. Я хочу его сделать коротким, укоротить, потому что, ну, вот вы видите, какие ветки высокие, но собирать невозможно, половина пропала абрикоса, потому что невозможно достать. Поэтому я большие ветки вырежу, оставлю маленькие, укорочу их на в общем, даже больше, чем наполовину, чтобы росли все-таки они вширь, а не ввысь. То же самое с тем персиком нужно сделать, чем с абрикосом. У нас их тут два всего абрикоса. Ну вот, друзья, тут у меня ревень, вот можно на зиму срезать, заморозить. Вот так вот уже у меня на сегодня участочек, как видите. Добрый день, мои уважаемые зрители, подписчики моего канала. Сегодня у нас уже 6 октября. Вот сейчас пойду на огород доделать то, что не доделала вчера. Ну вот посмотрите, какие розочки. Какая красота, друзья. Ну сегодня был у нас хороший прям заморозок. Однако вот как видите, розочки не побило. Ой, ну какие же красивые розочки, друзья. Ну просто прелесть, а? Вы только посмотрите, какая прелесть мини-розочки цветут. Да, не побило пока еще морозом, хотя заморозок был хороший. Вот розочки, посмотрите, цветут. Ну ладно, не буду я вам показывать розочки и так далее. Вот клематисы, как видите, не всем нравится, что я показываю сначала цветы. Однако, друзья, гортензии прихватило. Посмотрите, стали серенькие. Морозцем здесь побольше был морозец, нежели во дворе. Посмотрите, прихватило морозцем. Ну, что же сделаешь. Так, друзья, ну что ж, идем на огород. Обратите внимание, друзья, какой был заморозок. Сильный, побило уже виноградные листья. Вот надо срезать обязательно лидию винограда, иначе пропадет. Еще много лидии винограда. Так, ну, надо сказать, что сигераты, которые я ранее сеяла, не замерзли, нет. Хоть и заморозок, ну, чтобы замерзнуть этим сигератом, надо не менее 10 градусов мороза. А так вот, видите, как хорошо зашел сидерат здесь у меня. И здесь вот уже, посмотрите, уже видно, что всходит сидерат. Да, хорошо видно уже, обратите внимание. Видите, цветочки как бы маленькие, это сходит горчицы. Ну что, друзья, пойдемте, пойдемте туда, где я работала вчера. Вот, ну просто мимо иду, хочу показать, что померзли георгины, вот видите, уже все замерзло. Теперь можно их выкапывать, потому что побило уже все морозом, посмотрите. И перец побило, и, естественно, уже теперь пепина замерзла. Вот, так что пепина уже все, уже не поддает, не подлежит ремонту, как говорится. Ну что, друзья, хочу сказать. Вот надо полить вот то, что я вперед это скапывала, чтобы сигераты взошли, а то сухая земля. Ну что, я уже показывала, что я вчера сделала. Вчера было мне очень плохо.
видно, сильно переработалась. Нельзя, друзья, так работать. Нужно отдыхать все равно, а я без отдыха. И, конечно, вот обратите внимание, что получилось у меня вчера. Посмотрите. Видите, что у меня вышло, как хорошо. Вот это здесь половина веток переработаю я на измельчителе. Ну, я думаю, персиковые ветки переработаются на измельчителе. Посмотрите, что у нас осталось. У нас остались вот один молодой побег вот на вот этом персике, посмотрите. На этом персике остались три старые ветки. Три старые. Но на них, посмотрите, наросли прям молодые, хорошие ветки, друзья, на этих персиках. Я хочу сказать, как узнать же, будет цвести персик? Ну, я имею в виду, есть ли у него цветочные почки? Да просто, друзья, у персика тройные почечки. Вот если три почечки, значит, будет цвести, ну, готов к цветению этот персик. Если только две почечки, то цветочных цветков не ждите. Это листовые. Итак, друзья, вот у меня осталось на том орехе, что я вам показывала, извините, на том персике, что я показывала, четыре молодые ветки. Именно молодые, старые я вырезала, но я сейчас подровняю, потому что вчера плохо себя чувствовала и никак у меня не было здоровья пилить. Вот сейчас я возьму пилочку и хорошо подровняю. Покажу вам, как у меня вышло. Ну а здесь, друзья, как видите, все убрано. Вот эту земельку я сейчас раскидаю, вскопаю немножко. Я думаю, вскопать и там, и посеять сидираты. Что сделаю сегодня, я вам покажу, что у меня получится. Вот. А пока я приступаю к работе. Итак, друзья, я спилила хорошо, как видите, ствол. Ниже, конечно, неудобно ее спиливать, ну... И так ничего страшного не будет. Со временем он засохнет и, ну, просто отпадет сам. Сгниет и отпадет. А от корня будут расти новые побеги все равно. Теперь, друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что уже на деревьях появилось, именно на персиках. Кстати говоря, я заметила это и на сливах. Появилась кроваво-красная тля, друзья. Вот обратите внимание на этого вредителя. Вот я вам сейчас покажу даже, почему называется она так. Посмотрите, друзья. Видите, у нее при раздавливании получается как кровь. Поэтому она называется, вот обратите внимание, видите, поэтому она называется кроваво-красная тля. Хорошо бы, конечно, вот взять хорошей чистой, ну, любой тряпочкой, и это дело все, конечно, удалить. Но вот я, к сожалению, не взяла, наверное, с собой, сейчас посмотрю. Нету у меня, к сожалению, вот пакет есть целлофановый. Сейчас я вот целлофановым пакетом... Это дело вам покажу все. Надо внимательно смотреть. Она далеко сидит, друзья. Вот сейчас я вам ее пакетом целлофановым вот таким образом сдеру. Счешу, как говорится. Вот и тут есть. И вот посмотрите, что делается на пакете, друзья. Сейчас. Вот обратите внимание. Видите, как будто кровь. Почему она и называется кроваво-красная тля? Я, честно говоря, не знаю, что делает. Мне кажется, она пьет соки, наверное, или просто греется. Не знаю, что она тут делает. Но факт заключается в том, что все равно нужно обрабатывать. Надо хорошо просматривать. Я хочу сказать, что такая вещь есть и на сливах. Поэтому, друзья, обязательно обратите внимание. Ну, я, конечно, куплю побелку специальную. Я белю, друзья, не знаю, кто-то говорит, это не нужно делать, кто что говорит, я белю, белю. Предохраняет ли она от морозов, я не знаю, конечно, но от солнечных ожогов, как сказать, от солнечных ожогов, я даже не знаю, от чего, но белю, белю, чтобы предохранить от вредителей, вот, так что, и вообще персики очень любят, когда их обрызгивают медным купоросом. Тогда не появляется на них курчавость листьев. Я это делаю и осенью, и весной. Так что, друзья, ну вот сейчас я пока что вот такое сделала.
Так можно будет пройти по всем персикам. Ну, я не буду проходить, я буду белить. Сначала смою. Я, как правило, смываю сначала мыльной водой, а потом пробеливаю. Итак, друзья, здесь дело закончено. Сейчас я начну вскапывать участок этот. Вот. И покажу, что у меня получилось. Итак, друзья, вот посмотрите, основная часть огорода. Здесь, вернее, этой части огорода сделано. Как видите, вырезано все лишнее. Ежевику там куст был, я его выкинула. Он там все равно не плодоносит, ему там темно. А вот ее что оставила, пусть посмотрим. Ну и, как видите, персики все на месте, орехи все на месте. Единственное, все прорежено. Вот, я думаю, так будет гораздо лучше. Вот, посмотрите, что нужно перерабатывать теперь. Так, что дальше? Сейчас, друзья, пока я забыла сказать, что утром я поставила, ну как утром, ну, наверное, 2 часа у меня стоит. Вот замачивается овес и пшеница или рожь, даже не знаю, что там. Вот я посею здесь овес, рожь и горчицу с фацелией. Но, друзья, вот что хочу сказать. Я пока здесь убирала, посмотрите, что, какой клад выкопала. Ну, может, кто-то смеяться будет. Вот поглядите. Вот лук какой. Обратите внимание, длинненький вот. Это новый сорт. Я покупала 2 года назад в магазине луковички, сажала. Из них вырастила семена. В том году вот у меня были луковицы. Я их сажала, как видите. Вот они у меня остались здесь просто. Я не успела их вырвать. Я их посажу сейчас. Они, поглядите, с какими корнями. Дальше чеснок, посмотрите, какой замечательный, друзья, ну просто замечательный чеснок. И вот посмотрите, сколько семейного лука. Я его, конечно же, это еще не весь. У меня там еще много семейного лука. Я думаю его посадить под зиму. Он не боится мороза. И вот еще чеснока, видите, сколько, друзья. Вот, ну, чеснок я переработаю, а лук сейчас я посажу. Вот я сделала канавку здесь. Вот, посмотрите, здесь вот дело канат, там у меня морковочка сидит. Я посажу здесь лук. И еще посажу вот на этой грядочке тоже лук, луковички, которые не досадила я. Еще много у меня осталось. Я вот здесь вот 2 ряда, наверное, посажу еще и маленькие луковички. Тут у меня вот морковочка, как видите, одна растет. Ну, пусть растет, остается на следующий год, семена дает мне. Вот такие дела. Вот как я все закончу, я покажу. Здесь тоже я... Как видите, рассыпала грядку. То же самое поделаю бороздки, посею на зиму зерновые и эту фацелию с горчицей. Под деревьями хотела там скопать, но, друзья, передумала, потому что много листвы будет сыпаться и засыпет мне все эти посадки, они попросту погибнут, не взойдут. Ну, вот такие дела. Ну, думаю, листва нападает, там будет достаточно корма. А весной тогда я посею горчицу и фацелию там, ну или какие-то другие сидираты. Ну вот, друзья, как сделаю, я все потом вам покажу. Итак, друзья, работы здесь закончены. Посмотрите, что у меня получилось. Обратите внимание. Ну вот эти ветки еще уберутся, пока сейчас не буду. Ничего делать, пока все не сделаю на огороде. Потом будет часть перерабатываться на измельчителе, а часть пойдет в огонь для золы. Вот так, друзья, что у меня вышло. Я даже вот малину, как видите, привела в порядок. Теперь поливать надо. Посеяла здесь сидираты, по краю здесь посеяла сельдерей. У меня, кажется, здесь рос сельдерей, и семена созрели, я посеяла сельдерей. Обыкновенный листовой. Он сам зайдет весной и будет хорошо. Вот посеяла сидираты. И здесь, друзья. Вот уберется вот это листва. Ну, надо сказать, там возле персиков сажать ничего. Я вряд ли ничего, наверное, не буду. Потому что, ну, там мало земли и тень все время. Вот, просто уберется это все и все. Вот, посмотрите, что вышло. Видите, как стало светло. Сразу в саду. Полить надо малину, потому что сушь стоит необыкновенная. Ну, просто сушь. Надо полить и малину, и деревья. Полить и виноград. Естественно, сделать влагозарядки, полив осенью. Иначе повымерзает при первом же морозе сильном.
Вот, друзья, это все, что я хотела вам рассказать об этой части своего сада. Когда я уберу везде, я вам обязательно покажу, какой у меня стал сад везде. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, заходите на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы знать, что я делаю дальше, что я вообще делаю. На даче, дома, в огороде. Фу, простите, в саду, в огороде. А дачи у меня нет, у меня свой участок. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Удачи вам на даче, на огороде, в саду, дома и в семье. Всего вам доброго. До свидания. Thank you.